10 марта, я не курю 38 дней. А на улице весна весной. Еще вчера светило солнце. Сегодня так же, как и Новый год. Ольга, что? Скажи, пожалуйста, а были какие-то минусы, когда я курил? Какие могли быть минусы? Запах. Ну, запах, ладно, и что? Противный запах. Во-вторых, ты все время бегаешь куда-то курить. Мне жалко, что деньги из бюджета исчезают на сигареты. Запах и деньги, да? Бабло и вонь. Да. Спасибо, мы выяснили основные причины. Спасибо. Сегодня я не пью алкоголь уже 12-й день. Пью соки практически каждый день с 1 февраля. Сегодня я продолжаю конкурс соков. У меня участвует одно яблоко, одна груша, один кусок сельдерея. Все равно полный стакан получился. Очень интересно. Ну вот вроде бы то же самое яблоко и сельдерей, но груша. Груша здесь не лишняя, мне кажется. Интересно. Ну за новинку 10. Да, класс. Вот это приключение. Здравствуйте, вы будете принимать участие в голосовании? Лучший сок в это воскресенье на кухне. Время бывало, и я амортовала. Стас, привет. Привет, Дим. Как дела? Шикарно. Куришь, не куришь? Я курю. Да, я курю, черт возьми. Да, я этим занимаюсь уже 9 лет. Бросать думаешь? Конечно, думаю. Ну ты сейчас шутишь или ты серьезно? Нет. На самом деле, я, во-первых, сразу скажу, что я каждый день смотрю твои видеоролики. Вот ты сейчас это вставишь в фильм, и я уже точно буду обязан это сделать. И с 1 апреля брошу курить, начну бегать. Хочу попробовать вот те деньги, которые я трачу каждый день на сигареты, там 100 рублей, да, пачка. Я буду их складывать в копилочку. Борислав Чекур бросил сегодня курить. Бросил курить. Так держать. 1 числа созвонимся. Да, а почему-то паштет тебе давно не писал, Викторов. Вот это отличное завершение. Паша, ждем от тебя письма.